Здравствуйте, дорогие участники. Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Елена Журавлева. Я педагог и психолог, ведущая семинаров для родителей и для учителей. И сегодня мы с вами будем говорить о результатах. Что важнее результата? Информационная справка. В современной психологии существует несколько концепций интеллекта. Их условно можно разделить на две группы. Первая определяет интеллект как врожденное качество и неизменную величину. Если упрощенно, то человек сделал нечто, потому что у него к этому талант. Вторая группа теорий рассматривает интеллект как изменяющийся параметр. А результат решения какой-либо задачи определяются обучением и упорным трудом. Я сделал это, потому что старался. Теоретически это противоположные полюса. В реальности же люди оценивают свой интеллект как совокупность обоих факторов – усилий и способностей, в большей или меньшей мере склоняясь к тому или другому полюсу. Специалист в области возрастной психологии доктор Кэрол Двек пишет, что у сторонников второй группы гораздо больше шансов повысить уровень своей компетентности, в то время как сторонники первой склонны отказаться от попыток добиться поставленной цели. Это подтвердил простой эксперимент с группой школьников. Сначала детей проанкетировали и разделили на тех, кто считает способности врожденными и развиваемыми. Детям предложили решить ряд простых математических задач, с которыми все успешно справились. Затем они решали задачи, слишком сложные для их возраста. Никто с ними не справился. Но дети, ориентированные на врожденные способности, начали переживать, а ориентированные на обучение были в состоянии азарта. Им был интересен не ответ, а процесс решения. На последнем этапе были снова простые задания. Все сторонники обучения легко с ними справились. А вот сторонники заданности были настолько подавлены своим провалом на предыдущем этапе, что не осилили даже те задачи, которые решали раньше. Таким образом, их успех или неуспех в выполнении заданий был обусловлен выбранными подходом к обучению, а не реальными интеллектуальными способностями. К похожим выводам пришел американский психолог Мартин Селигман в 1967 году. Он описывал состояние выученной беспомощности, когда в результате переживания неконтролируемой ситуации нарушается мотивация к действию. Грубо говоря, это позиция: сколько ни старайся, все равно без толку. Как же все это влияет на нашу повседневную жизнь? Самым непосредственным образом. Люди, вооруженные правильным отношением к себе и к жизни, способны извлекать полезные уроки из любого опыта, позитивного и негативного. Они дальше других продвигаются по дороге, ведущей к успеху. А еще они счастливее других. Все родители хотят, чтобы их дети были успешны, достигали результатов. Каждый родитель мечтает о чем-то своем. И, безусловно, все родители свой успех родительский, да, свою какую-то удовлетворенность сверяют тоже с результатами, которых достигают их дети. Поэтому результат, безусловно, важен для родительства. И сегодня мы будем разбираться с тем, а что еще может быть важно, кроме результата? Может быть, есть что-то, на что родительского внимания порой не хватает, а хотелось бы именно этому уделить внимание. Для начала я прошу вас, дорогие участники студии, вспомнить какую-нибудь ситуацию из своего детства, когда вы чему-то научились, но с чего все начиналось, как это было устроено, как, откуда возникла идея и как вы потом достигли этого результата. Да, хорошо? Дорогие зрители, я предлагаю вам вместе с нами делать все упражнения, отвечать на эти вопросы, может быть, даже что-то фиксировать для себя в блокноте. Вы будете полноценными участниками нашего обсуждения. И у вас будут свои открытия по поводу своих детей, по поводу, может быть, каких-то историй своего детства. Меня мама учила справляться со своими проблемами самой. Если я, например, во дворе поругалась с какой-то девочкой, и я бегу к ней жаловаться, она мне говорит: «Настя, решай проблему сама, потому что ты в будущем не сможешь тогда решить без меня. Если подключится мама этой девочки или мальчика, то тогда я приду тебе на помощь». Я очень хотела музыкалку. Я заставила родителей, чтобы они меня туда отвели. Они хотя бы меня не забирали и выдерживали вот эти мучительные звуки всех этих тренировок. И, ну, в принципе, не знаю, мне это... Мне сейчас по кайфу все это вспоминать. Вот, но родителей было жалко. Они предоставляли мне свободу выбора. Они позволяли мне самому решать, кем мне становиться, кем мне быть и чем мне заниматься в этой жизни. Я им за это безмерно благодарен.
заставляли много учиться, потому что в детстве совершенно не хочется ничего делать, хочется гулять только, но я рада, что меня заставляли, мне кажется, даже мало меня заставляли, нужно было побольше меня заставлять, чтобы я учила английский и все остальное. Давали возможность принимать собственные решения и делать иногда ошибки, и потом указывали, в каком именно месте была моя ошибка. Ну, у меня есть одна история. Мама очень часто, когда я была маленькая, говорила, что она хотела переехать в Москву. Это была ее, наверное, такая мечта нереализованная, вот. И спустя, наверное, лет 20, она часто это повторяла, и спустя лет 20 я переехала в Москву. То есть я очень долго думала, почему я рвалась именно сюда, никогда ни разу здесь не была, вот. Но я вспоминаю, как она с сожалением об этом говорила. То есть вот, говорит, если бы вот не определенные обстоятельства, я бы здесь жила, то есть. И таким она смотрела на меня, и, как мне казалось тогда, она намекает, что мне нужно стараться, мне нужно учиться, мне нужно получить высшее образование. И Москва – это самый лучший город, где можно достичь своей цели. Очень часто это повторяла, и, наверное, она видела, ну, во мне себя, вот. И мне кажется, я реализовала ее мечту. Мне почему-то кажется, что мой переезд связан вот именно с мамой. То есть родительская мечта как-то транслировалась, и ребенок воспринимает мечту и продолжает. Наверное, да. Вот такой запускной механизм. Еще, пожалуйста, какие примеры есть? Это не обязательно что-то глобальное. Это может быть, я не знаю, на коньках научились кататься, или квадратики рисовать ровные, или кружочки, или первый раз звездочку нарисовали, сообразили, как там соединить линии. Как это происходило? Может быть, это касается школы, а может быть, это какие-то увлечения или дела, навыки, не связанные со школой вообще никак. Ну вот у меня как раз есть история, связанная с коньками. В детстве я не умела, естественно, на них кататься. И меня учил мой отец. Что примечательно, мой отец не умеет плавать, не умеет кататься на роликовых и фигурных коньках. Он объяснял мне в теории, как это нужно делать, как переставлять ноги, как отталкиваться, как держать баланс. И в итоге я научилась, умею это достаточно неплохо делать. А он все так же, вот, даже не попробовал, даже не встал на ролики. Спасибо. Давайте еще какие-нибудь примеры. Нам лучше разные примеры, мы потом будем их использовать в нашем обсуждении. Ну, у меня есть такой небольшой пример. У меня есть старшая сестра, которая закончила школу искусств, изобразительного рисования. И как мне сейчас помнится это вот яркое впечатление из детства, когда мне очень нравилось, как она красиво рисует буквы печатные. То есть они не просто печатные, они настолько как-то вот вырисовывались, что мне захотелось научиться. Я думаю, это так красиво. Вот, и я долго, упорно смотрела, она мне показывала. Но в итоге все-таки я научилась так сказать, рисовать эти буквы. И в итоге у меня перешло это. По сей день я пишу печатными буквами, и настолько это быстро получается, что даже не замечаешь. То есть чужой пример заразительный. Да. Еще какие-нибудь примеры? Давайте еще попробуйте вспомнить какие-нибудь ситуации, когда, знаете, наверное, вы сталкивались, может быть, в своей жизни, может быть, где-то наблюдали, но на эту тему много таких шуток, что мамочка лучше знает, что тебе надо. А такой запускной механизм такого типа. Мама знает, что тебе надо, она даже знает, как ты хочешь. Иногда даже так. И взрослые решают за тебя, да? Решают, что ребенку нужно. И на их энергии, на их вере в то, что это очень нужно, происходит вот этот старт. И тут могут быть разные истории. Могут быть истории, которые, когда кажется, ну да, да, я воспринимаю эту веру родительскую как толчок, как силу, как старт, да, и начинаю осваивать новое дело. Но, может быть, у вас есть примеры, когда это не сработало? Ну, у меня, когда, например, это решение, да, решение взрослых, решение родителя, его жажда, его ожидания никак не относилось с вашим ожиданием и с вашими идеями того, что вы хотите делать, и не легло на душу, и вы не смогли этим заняться. Может быть, вот такие примеры еще есть? Ну, у меня есть, например, такой пример. Папа хотел, чтобы я была врачом. Это была его мечта. Он видел меня в белом халате, вот, педиатром, терапевтом, кем угодно.
Нет, я боюсь медицины до сих пор, и, например, сдавать кровь — это для меня просто адская катастрофа, например. Идет со мной кто-то обязательно, потому что я могу от страха упасть в обморок. Вот, и, например, всегда у нас в семье, я всегда шла наперекор. То есть нет такого, что я слушаюсь родителям, хотя я, в принципе, очень добрый, спокойный и тихий ребенок, да, но всегда я знала, куда я буду поступать, знала, где я буду жить. Ну, опять же, мама как-то подсознательно вкладывала в меня это. Вот, поэтому, мне кажется, у меня все наоборот происходит. А какой был возраст, вот, когда, когда возникало это сопротивление, что у меня свое мнение, я хочу по-другому? Лет 13-14, когда мама стала запрещать, когда уже подросток переходит во взрослую жизнь, когда папа не отпускает на дискотеку, я не могу понять, в чем дело, я уже самостоятельный ребенок. То есть и вот шел такой протест. Но у меня такие очень хорошие, добрые родители, они садились со мной и разговаривали. Например, я понимала, что все мои уже сверстники, там, 13, 14, 15, курят, да, вот. Может быть, это не наша тема, да, но у меня мама посадила и сказала: мне будет за тебя очень стыдно. То есть вот так. То есть мы всегда находили общий диалог с родителями, но наперекор я шла и до сих пор иду. Не знаю сейчас, правильно это или нет, не все получается, но тем не менее вот так. Ну, у нас в программе никогда не стоит вопрос, правильно или неправильно. Наша задача с вами здесь не искать какой-то правильный ответ на каждую ситуацию, а увидеть, какие, может быть, для кого-то скрытые мотивы, причины в той или иной ситуации, почему так или иначе ведет себя ребенок. И еще полезно родителю знать, что движет им, самим родителям, да, зачем нам это. Тот или иной результат ребенка, зачем он мне, как родителю. Давайте, чтобы двигаться дальше, классическая такая автоматическая, что ли, схема, когда родитель хочет, чтобы ребенок чего-то достиг, особенно если это посмотреть на школу или на какие-то там, надо учить английский язык, или, не знаю, там, все девочки должны уметь танцевать. Или, ну, есть какие-то такие стереотипы, что должно быть, чтобы вот я чувствовала себя качественной мамой. У меня ребенок должен в этом возрасте читать, в этом возрасте, там, я не знаю, вставать, садиться, когда-то кататься на велосипеде, ну и так далее. И часто бывает, что родитель чего-то решил, ему чего-то захотелось, да, мамочка лучше знает, что тебе нужно. Потом есть тяжелый период борьбы за успех, да, и у нас есть такое представление, что чтобы получить результат, нужно тяжело, долго, упорно работать. И качество результата как-то должно обязательно соотноситься с тем, насколько тебе было тяжело. И во всяком случае, я со своими подругами часто сталкивалась с такими примерами, когда они говорят: ну вот у меня ребенок учится, у него все пятерки. Я же вижу, он не трудится. Но это же безобразие. Он должен научиться трудиться, а ему легко. Это же проблема. Как он вырастет? И это здорово, что мы можем над этим немножко посмеяться, улыбнуться, но, наверное, каждый в какой-то момент себя, как родителя, ловит на вот этом ощущении. А достаточно ли он трудолюбивый, мой ребенок? Он действительно вкладывается в этот результат? Вдруг вот он сейчас, если не натренируется, как вот это достигать, упорство свое не проявит, вдруг он потом вырастет и будет что-то не уметь. Да? То есть у нас получается такая схема. Желание – это ответственность родителя, родитель лучше знает. Потом ребенок должен тяжело трудиться, мучиться и страдать, проявлять силу воли. И потом будет какой-то фантастический, замечательный результат. Но, к сожалению, поскольку это такой вечный бег, да, а современные дети, поскольку они… Ну, у нас сейчас такой мир, мы очень пристально следим за своими детьми. Да? Человечество вышло из стадии, когда надо только выживать. Да? И теперь как бы есть возможность больше внимания уделять детям, и это иногда превращается в такой гиперконтроль. И когда ребенок достигает результата, редко какой родитель говорит: вау, прибежали. Да? Чаще другая ситуация. Так, а можно было на 3 секунды быстрее. Родители не хвалят, как правило. Вот меня, например, в детстве не хвалили вообще. Я на это очень, очень сильно обижалась. Да, и мы сегодня еще поговорим вот про эту стадию. Как, что, умеем ли мы праздновать тот самый долгожданный результат или нет? Потому что, как, всегда есть следующий.
это достигли, значит, выучили английский. У нас есть еще много других языков. Да, вот какой-нибудь красный диплом, хорошо, дальше учись. Да, то есть вот... второй красный диплом, третий и так далее. Я предложу вам сегодня немножко другую схему. Попробуем отойти вот от этой схемы, да, мамочка лучше знает, потом тяжело работай, а результат у тебя какой-то недостаточно качественный. И попробуем поискать, куда можно приложить свой родительский энтузиазм, как его направить, всю нашу мощь воспитательную, родительскую, так, чтобы действительно оказывать детям помощь. Дорогие зрители, если вам понравилась наша программа и вы захотели поддержать работу фонда, то вы сможете сделать пожертвование на сайте vответезабудущее.рф. Все собранные средства пойдут на помощь приемным семьям, ведь каждый ребенок должен жить в семье. Давайте сейчас вспомним какие-нибудь примеры, как родитель, успешные примеры, которые, ну вот вы хотели бы иметь в своем арсенале, да, которыми вы могли бы поделиться, ну, в частности, с нашими зрителями, как удачно родитель вовлекает ребенка в какое-то новое дело. Да? Вот это стадия желания. Первая стадия, с чего мы начнем, это желание. Кто должен захотеть? Как сделать так, чтобы ребенок в это дело включился? Давайте какие-нибудь сначала вот примеры, которые вам нравятся, которые вы хотели бы использовать, да, когда это получилось у родителя. Пожалуйста. У меня как-то очень забавная история с книгами, и то, как я научилась читать, это такой анекдот в семье, когда мамин однокурсник пришел, увидел двухлетнего меня, сказал: «О, ребенок, хочешь научиться читать?» Я сказала: «А давай». Дальше я ничего не помню, дальше я помню, что я читала. И как-то со вкусом к книгам получилось очень интересно, потому что просто книги, которые моя семья хотела, чтобы я прочитала, они оказывались на тех полках, до которых я дотягивалась. Угу. Они оказывались где-то вот под видом. И так получилось, в принципе, со всем. Там моя мама закончила музыкальную школу, хотела, чтобы я в ней училась. И такая: музыка нравится? Нравится. Пойдем попробуем. Ну, пойдем попробуем. Понравилось? Ну, вроде да. Не понравилось? Уходить будем? Нет, не будем. Ну, тогда продолжаем. Mm-hmm. То есть какая-то такая легкость. Я с какого-то возраста уже понимала, что это хочет мама, но вот этот посыл «не ты должна, потому что я хочу», а «давай попробуем, ну прикольно же», он как-то остался со мной надолго. У меня очень много дел начинается с фразы «давай попробуем, ну прикольно же». Mm-hmm. Спасибо. Еще примеры, пожалуйста. А мне вот кажется, что хорошая мотивация для ребенка — это как дурной пример за родителем, да, только mm-hmm. здесь наоборот. Я, допустим, люблю заниматься спортом и там вставать по утрам, идти, допустим, на стадион, заниматься пробежкой. И вот у меня есть такой, опять же, мои племянники, который говорит: «А ты куда, Яна?» Я говорю: «Я бегать. Хочешь со мной бегать?» Он: «А как этому бегать?» Я говорю: «Ну, будешь здоровый, у тебя, говорю, будет тело все подтянутое». Это. Таким образом, то есть я их забираю с собой, там следом уже идет чуть помладше поколение, и тоже интересно хотим. Вот они идут, прыгают и по сей день, в принципе, занимаются. То есть мне кажется, как вариант можно так тоже. То есть показать, интересно, неинтересно, а давайте вместе. То есть, ну, по сути, да, вот как с твоей серии, а давай попробуем. Привлечь ребенка в какое-то дело, которое мне нравится, и рассчитывать, что если мы будем делать это вместе, ребенку тоже, может быть, понравится. Ну не привлечь, а, так сказать, заинтересовать его этим, а вдруг вот, заразить своим, как бы, да, своей любовью к этому делу, заразить своим интересом. Да, то есть вызвать какой-то интерес у ребенка к этой теме. Вот смотрите, когда маленький ребенок, когда он учится ходить, у него же колоссальный вот этот запал готовности тысячу раз повторить одно и то же. Они же очень упорные в достижении той цели, которую они поставили. Ему хочется ходить, да он горы свернет. И эта энергия в детях есть, она никуда не девается. Она даже у подростков, которые лежат на диване и говорят: «Ничего не хочу, никуда не пойду». Она никуда не девается, природа никак не поменялась, все это есть. Сначала мы просто умиляемся, ребенок это как бы сам воспроизводит, да? Потом возникают более сложные дела, и родитель включается. Вот как он может этого маленького ребенка сподвигнуть что-то действительно захотеть? Пример, который в нашей семье получается в трех поколениях. Мне очень хотелось заниматься танцами. Я помню, что в 6-7 лет
Я маму умоляла повести меня в какую-то студию, и я замахнулась на балет, прям классический балет. Мы пришли, естественно, я не прошла отбор, очень сильно расстроилась. Потом была череда танцевальных студий, которые я сменяла каждый месяц, ну так ничего не добилась. И потом, когда родилась моя дочь, которая сидит рядом, вот, мне захотелось, чтобы она стала танцевать, чтобы она научилась этому, и она спортивными бальными танцами занималась очень долгое время, и я очень рада, что и ей это понравилось, и мне кажется, как-то это увлекло, наверное, то есть... Как уж, если спросить дочь напрямую, как она к этому отнеслась? Ну, я была очень рада, и я могу сказать, что, ну, конкретно в нашей семье это не было какой-то обязаловкой, то есть все это было... Наоборот, я чувствовала поддержку от родителей, я чувствовала поддержку от мамы, я помню, как мы собирались на конкурсы, как она меня всегда водила, то есть очень важно, чтобы родитель тоже был вовлечен в дело ребенка, также разделял его, и был, конечно, рад, горд, и ездил на все соревнования, помогал ему, поддерживал. То есть у меня это все прошло безболезненно, это не та история, где родители заставляют ходить. Так что я очень рада, что да, занималась танцами, и спасибо маме, что у нее была такая цель, потому что в детстве все равно нет четкого представления, чем заниматься дальше, да. И я считаю, что для ребенка вот важен спорт в жизни. И на тот момент я не понимала, что это нужно делать, ходить нужно, там заставляют. То есть в какой-то момент хотелось все бросить, но мама успокаивала, говорила, что то есть у тебя так хорошо получается, ты такая молодец. И я тоже думала, да, я молодец. Так что у меня хороший пример. Ну, мы сейчас ищем как раз хорошие примеры, удачные примеры, где сработало, да? Потому что, ну, я думаю, что вы все согласитесь, что если просто родитель хочет чего-то для себя и не будет учитывать тот факт, что, ну, вообще-то есть такой закон природы, развиваться можно только по собственному желанию. Нельзя, если ребенок не захочет, если у него не возникнет вот этого внутреннего, искреннего своего желания что-то освоить, то все, эффект будет очень низкий, КПД будет очень низкое. Много может быть потрачено сил, нервов, и даже может быть какой-то результат. Но сколько мы знаем примеров, где люди заканчивали музыкальную школу и продавали фортепиано сразу, как только вот получали диплом музыкальной школы. Мне кажется, очень важно понимать и любить ребенка, знать, какие у него вообще стремления, чего он хочет. Если мальчик сидит у компьютера, а ты хочешь научить его стоять у плиты, да, кулинарному мастерству, как ты мечтала и желала когда-то, то, конечно, будет сопротивление, и вообще это ни к чему. И мне кажется, что родители и ребенок, они, наверное, даже отдалиться могут. То есть если родители начнут заставлять как-то его... Конечно. По поводу заставлять. Я немного могу не согласиться на своем примере. У меня сын взрослый. На сегодняшний день он меня упрекает в том, что я в свое время его не заставляла. Ребенок занимался большим теннисом, тэквондо. Первое время ему очень нравилось заниматься, но так сложилось, что мы перестали заниматься и теннисом, и тэквондо, и я им предложила записаться в бассейн на водное поло. Мы записались, он ходил, потом бросил. Я думаю, ну если ребенку не нравится, тогда не нужно настаивать. Зачем? Если ему это не нравится. Сейчас он мне каждый раз говорит: «Мама, ты должна была меня заставлять». Вот ты меня не заставляла, а вот сейчас бы я, вот смотри, вот это, чего-то бы добился. Наоборот, сейчас ребенок упрекает в том, что я его, можно сказать, не заставляла и насильно куда-то не тащила, не везла. И я думаю, действительно, наверное, я считаю, что он прав, да. Если даже может быть, он еще не понимает, нравится ему это или нет. Если ребенок маленький, как он может понять, нравится ему это или не нравится? Должно какое-то время пройти. Я думаю, вот так. Вот я тоже полностью с вами согласна, потому что меня в детстве отдали на гимнастику. Я занималась около года, мне это все безумно нравилось. И в один
момент я сказала, я просто не хочу. Рано вставать, там, два раза занятия в день. Просто не хочу. И сейчас я маму упрекаю. Потому что у меня хорошая растяжка, несмотря на то, что мне 31 год, да. Спортом я немного занимаюсь, и мне кажется, я была бы хорошей гимнасткой. Вот, а почему мама, вот вы мне можете ответить, не настояла? Что ее сломало в этот момент? Чего не хватило? Вот, что вот такая ситуация сложилась? Ну, мы сегодня поговорим еще, кроме, мы сейчас только на первую фазу взяли, да, желание. Мы поговорим, что происходит дальше. Обязательно обсудим вот этот момент поддержки, когда ребенок, ну, ему кажется, что это не его, или ему это тяжело. И просто как устал, может... капризы. Да, конечно, да. Да, потому что просто зимой темно, утром рано вставать, не хочется идти. И мы посмотрим, какие есть варианты в этот момент родителю почувствовать, надо ли настаивать, или как раз бывают же обратные истории, когда это мучительно для ребенка, а родитель свято верит, что это очень нужно. Но отвечая на ваш вопрос, что, ну, как бы, и на ваш вопрос, что если ребенок взрослый упрекает родителя, у меня для вас хорошая новость. В принципе, когда ваши дети выросли, им исполнилось там, по вашему выбору, 18, 19, 20, 21, да, то родительская функция закончилась. Вы можете заниматься гимнастикой, не упрекая в этом маму. Я придерживаюсь позиции, что никогда ничего не поздно, и никто не знает, стали ли вы гимнасткой или не стали, и что такое стать гимнасткой. У вас же какой-то там есть внутренний рассказ себе, что это такое. Просто от мамы это зависит только на какую-то маленькую часть, а после вашего совершеннолетия вообще ни на сколько. Поэтому мне кажется, здесь в том числе родителям надо учиться, ну, освобождаться, что ли, от каких-то... от этой самой неперерезанной пуповины. Это всегда двойная история. И ребенок, и родитель. Зачем-то это выгодно так держаться друг за друга. И я предлагаю просто, ну, это отдельная тема не сегодняшнего разговора, но когда ваши дети взрослые упрекают, что они, вы там как-то неправильно в них вложились, они уже давно могут делать это сами. Ну вот как найти эту грань, где вот чтобы и не, так сказать, не надавить, и в то же время, так сказать, не потерять, чтобы потом в будущем, да, этот ребенок тебе не высказал, почему ты меня не научила гимнастике там, или не дала мне рисовать, или что-то, или наоборот, допустим, не надавила на меня. Давайте тогда сейчас вот как бы будем двигаться дальше и как раз про это поговорим. Можно я еще отвечу? Я потом все-таки добилась от мамы ответа. Почему? Потому что я очень упертая и говорю, ну скажи мне, почему? И она говорит, я просто увидела, как девочка соседнего двора была тоже гимнасткой, и она сломала руку. Очень сильно выкрутила, там ее по частям собирали, и она говорит, я просто испугалась. Ну, вот. Может быть, просто родитель решил, что большой спорт – это не то, что он желает своему ребенку. И причин может быть много разных, и я думаю, что всегда... Ну, наиболее эффективный подход, на мой взгляд, и я как бы стараюсь этого придерживаться в своей жизни, что мама, как бы нам сейчас из нашей взрослой жизни ни казалось, она поступила наилучшим для нас образом. Вот так, как она могла тогда наилучшим образом сделать все для нас. Точно так же непродуктивно себя винить как родителя, что «О, я что-то не так сказал ребенку, когда ему было 4 года, все испортили ребенка, ну что, остается только делать новых, а этот все, не удался». Мне кажется, что давайте лучше будем смотреть на жизнь так, что каждый раз наша внутренняя родительская чуйка подсказывает нам верный шаг. И мы делаем то, что нужно нашему ребенку, что для него важно. Мы считываем, к счастью, по глазам, по его движению, по тому, как он говорит «вот это не хочу». Мы все это можем почувствовать и найти эту грань, когда нужно проявить твердость, а когда надо уже смягчиться и действительно услышать там, сопротивление ребенка, правильно его трактовать. Давайте посмотрим на следующую стадию. Итак, желание. Да? Вот мы сейчас обсудили вот этот первый шаг. И договорились, я надеюсь, о том, что очень важно, чтобы это желание родительское, родитель как-то транслировал ребенку. Не просто назидательно, тебе надо, я знаю, что это тебе надо. Нет, чтобы он как-то вовлек ребенка в это дело. Конечно, здорово, если я люблю кататься на коньках, я пошла с ребенком кататься на коньках, он тоже так восхитился и тоже стал кататься на коньках. Это
такой идеальный расклад. Но бывают ситуации, когда я понимаю, что это ребенку нужно, а он в силу возраста может еще не видеть перспектив. Ну, например, я понимаю, что конкретно моему ребенку плавание не просто хорошо бы он умел плавать, а ему по здоровью показано плавание, ему надо заниматься плаванием. Тогда моя родительская ответственность вовлекать его в это плавание. Да? Все-таки я должен все время помнить, моя задача сделать так, чтобы захотел он. Я не могу хотеть за него. Это ведет в тупик. С этим сталкиваются вот родители, когда мечется, какой кружок, давайте на этот, на тот. Все предлагаю своему ребенку. А ребенок говорит, нет, я никуда уже не хочу. Наступает такая передозировка предложениями родителя. Одна девочка в разговоре вот так про то, почему она уже в подростковом возрасте, почему она не хочет поддерживать какие-то идеи родительские, она сказала, я не успеваю, мама, я не успеваю начать хотеть. Мама уже все похотела до меня. Нет никакого, ребенку важно сохранять вот это пространство выбора, чтобы он заметил, о, оказывается, еще можно кататься и на коньках. И если у него есть в этом вот такое открытие, то тогда его больше это заинтересует. Главное, чтобы родитель был готов проявить гибкость, находчивость, ну, какую-то креативность, да, и вовлекал ребенка в дело. Но теперь дальше. Начали дело на интересе, может быть, с игрой, но любой навык, любое умение требует труда. Не обязательно мучительного, но все-таки практически в любом деле есть стадия старания. Вторая стадия, которая, на мой взгляд, часто недооценивается. Недооценивается родителями не с точки зрения, что все знают, что дети должны трудиться. Но я как могу в этом месте помочь? Есть ли у меня, как у родителя, какой-то другой способ, кроме просто говорить, ты должен стараться, ты должен учиться, ты должен много раз это сделать, тогда у тебя получится, вон все делают, а ты не делаешь. Вот это отличная стратегия, малоэффективная, все владеют в совершенстве. Да? Вот если мы ее отложим в сторону и поищем что-нибудь другое. Опять прошу вас вспомнить свои примеры из своего детства или примеры, связанные с вашими детьми. Когда вот эта поддержка родителя, что такое может сделать родитель, кроме вот этого занудства по поводу того, что трудись, поши? Предложить, например, бартерские какие-то условия. То есть если ты вот дотянешь, вот сделаешь, доучишь там какую-то, или доходишь в эту секцию, то там я тебе куплю, не знаю, там самолет даль. Там, обратите внимание, если ты доходишь, если ты получишь, если ты сдашь экзамен, мы перепрыгиваем в конечную стадию. У нас еще... забегу вперед, до результата еще два шага. Мы на втором, у нас будет четыре. Результат будет четвертый шаг. Да? Как только мы перепрыгиваем и говорим, ты получишь бонусы, когда, то мы проскакиваем вот эту стадию старания. Ребенок не получает поддержку в тот момент, когда ему не хочется рано вставать или не получается 25-й раз. Мы сразу... закидываем удочку в результат. А вдруг он не верит в этот момент, что результат вообще возможен? Да? Давайте еще поищем. Спасибо за ваши примеры, потому что нам важно это найти. Это как раз то, что родителям трудно иногда бывает самостоятельно, самому с собой, да, нащупать. Поэтому здесь наши общие примеры как раз и помогут. Ну вот я когда ходила в школу, у меня мама говорила так, если ты устала, если ты не хочешь... Если тебе все надоело, можешь просто остаться дома. Я напишу тебе записку. Никаких проблем. И я для себя как-то... Я всегда знала, что я могу остаться дома, если мне плохо. Но именно зная, что я могу не ходить, я вставала и думала, а что это? Я уж не так плохо себя чувствую. Очень даже пойду. Откуда-то брались силы. Да, я шла. И можно было, оказывается, идти. И вот эта поддержка была в том, что есть человек, которому можно сказать неплохо. Это знаете, как из серии «Запретный плод сладок». Ты, и когда он так в доступе, в открытом, да, и как бы уже думаешь, а почему нет, ну как бы схожу или... А когда ты ему запрещаешь, нельзя, нужно делать... Да. Ситуацию отпустить, и тогда, наверное, ты подумаешь действительно, наверное, нужно поступить, как мама говорит. Я так считаю. Ситуацию... Родители должны отпускать ситуацию, дать ребенку самому... как сделать, бы разобраться, сделать выбор и подумать, наверное, что-то я тут это перегибаю палку или что-то я не так.
То есть какое-то проявление, любое проявление со стороны родителя доверия ребенку, что я доверяю твоему ощущению. Выбору. Я могу выбор. Услышать, что если ты говоришь, что ты устал, ты правда устал. Что это не так, не просто слова. Ну хорошо, это все-таки это один из способов, да? Один из инструментов, да? Это то, о чем родителю надо помнить, что у него это есть в арсенале. Просто показать ребенку, что я вообще тебя слышу. Не только замечу, когда ты добежишь свою дистанцию, а на бегу тоже я вижу, что с тобой происходит. И я тот взрослый, которому можно сказать, если что-то пошло не так. Давайте посмотрим, что еще. Какая еще, какие еще пример, формы поддержки? Пример успешных людей, допустим, показать жизнь и успешных людей, чего они в жизни добились, и сказать, ты, допустим, хочешь вот этого же, или хочешь ли ты так жить, или развиваться, или учиться. Как пример, наверное, мне кажется. Пример нужно тоже показывать. А как вам кажется, вот если ребенок выбрал какой-то, вместе родитель предложил, ребенок согласился, начал осваивать какое-то дело, и родитель ему в качестве вот поддержки говорит, вот смотри, вот этот чудесный человек научился, трудился, научился, вот этот у него как хорошо все сложилось, вот этот такой молодец. Вот это на какой, для какой стадии? Я даже вам сейчас раскрою все карты. Первая стадия – желание, второе – старание, третье – преодоление, четвертое – результат. То когда мы предлагаем вот эти образы успешных людей, это на какой этап мы работаем? Это мы где? В микрофон, ладно? То есть это на стадию старания мы поддержка? Или мы сами, фокус нашего внимания в этот момент где, когда мы показываем успехи других? Мне кажется, что это что-то про преодоление или про результат, что для меня это какая-то история не про надо там постараться, угу. Можно и что-то. Для меня это история про, да, тебе вот сейчас вот вообще тяжело и вообще не хочется, посмотри, каким ты можешь стать, если ты это все-таки дожмешь чуть-чуть до результата. Как будто бы это даже переход от преодоления к результату. Чуть-чуть доверни, и ты сможешь быть там, mm-hmm. так же или там лучше. Вот как-то так, на той стадии это где-то у меня. Mm-hmm. Мне кажется. Я думаю, что это результат уже, перепрыгивание стадии и результат. Или, может быть, смотрите, это же может... Еще, конечно, зависит от того, как родитель это говорит, да. Что он туда энергетически, эмоционально вкладывает. Но часто это может быть такой... Мы отступаем на предыдущую стадию, на стадию вовлечения. Мы говорим, так, ты устал, подожди, давай я тебе напомню, что у нас в качестве морковки на кону, что тебя вдохновляло, когда ты за это брался, что было твоей мотивацией браться за это дело. То есть это может быть, что мы чувствуем, что ребенок устал, и вот эта стадия старания вызывает у него, истощение, да, но он устает, и мы хотим его поддержать, напомнить ему, в чем была мотивация. И для каких-то детей в какой-то ситуации это срабатывает. Мы говорим, подожди, давай, мы сейчас просто вспомним, вспомним для чего, что будет потом, почему нам это нравится. Например, изучение музыки, там, занятия в музыкальной школе, обязательно, там всегда будет вот этот этап, когда надоело, когда тяжело, когда не хочется, когда это изо дня в день. Я не знаю людей, которые 7 лет учились в музыкальной школе и прям ни дня, ни разу не думали, бросить бы это все. Вопрос, что, может быть, вот так можно ребенку помочь, напомнить, если действительно его желание как-то связано с образами вот этих замечательных людей, примеров успеха. Надо быть аккуратными в том плане, что если у ребенка этого нет, это ваш вдохновляет, эти образы успешных людей, ваш вдохновитель, то может сработать наоборот. Вы как бы ребенка дразните недосягаемым. Какой, да никогда, я так не смогу. Да? И вот тут надо быть аккуратным, смотреть на реакцию ребенка, насколько действительно это ему добавляет сил. Давайте поищем еще какие-то варианты. Что еще, как еще можно поддержать? Может быть, вы из своей жизни вспомните, когда вам что-то хотелось бросить, и какое-то удачное родительское слово или присутствие как-то вам помогло. Сейчас вот мы... Мне кажется, на эту тему есть пример, когда ребенок ищет контакт со значимым взрослым, срабатывает история про обезьянка видит, обезьянка делает. Моя мама врач. То есть такой вот врач, психиатр, вот это все. И когда я была маленькая, очень сильно хотелось с ней контакты. И
Она брала меня с собой на дежурство, там, в острое отделение, вот это все, я там делала уроки, значит, мне там было хорошо и радостно. И так получилось, видимо, глядя на это, я решила связать свою жизнь с околомедицинской сферой. Вот, то есть у меня постоянно был пример перед глазами, вот, там, желание добиться таки же этого контакта с ней, ну и как-то так получилось. У вас был еще пример? Ну, меня очень поддерживало, когда я там уставала. Знаю, какое-то признание. Это не про... У меня была и та история, когда, да, ты можешь остаться, мы напишем тебе записку. И у меня, я помню, была прям очень поддерживающая история про... Да, ты устала. Да, люди устают. Взрослые люди тоже устают. Бывает время, когда это правда надоедает. Бывает время, когда это правда тяжело. То есть такое озвучивание, как будто бы вот... у меня сейчас есть слова на то, чтобы обозначить это чувство. У меня есть право так чувствовать. У меня это даже не про возможность сделать по-другому, это именно я такой, я такая, и я не одна. Я имею право быть усталой, несмотря на то, что я маленькая. Я имею право не хотеть, несмотря на то, что я маленькая, и, казалось бы, я там сама это выбрала. И меня это очень поддерживало, что как будто бы это что-то нормальное, как будто бы это что-то очень естественное для процесса, и надо найти способ это переждать, пережить и топать дальше. Ну, я, вот ты говоришь про усталость, да, у меня был такой случай, у меня не было вот как-то все это легко, просто нет, у меня, мама, я устала, а я не устала, и вот в этот момент ты сидишь, блин, ну все устали, наверное, так все нужно делать, ну надо идти, идешь и через силу встаешь и делаешь, потому что все устают, то есть как-то... Поэтому я даже не знаю, как вот смотреть на разные ситуации. Да, у меня были моменты, когда я не знаю, чем я хочу заниматься. И вот, ну, как бы, мама, ну, ты определись, чем ты будешь заниматься. А вот как определиться, если ты не знаешь, чем? Ты вроде туда, ну, как-то оно не очень. Мне кажется, все равно должна быть тоже та грань, где... ты все-таки пошел учиться, не знаю, там, заниматься футболом, да, и все-таки его подержать там чуть-чуть, немножко, может, даже надавить устал, вместо того, чтобы он вообще понял, его это или нет, потому что дети быстро, особенно в таком, мне кажется, подростковом возрасте, там, до 6 лет, вот когда они как губка все это впитывают, им быстро все надоедает, они не любят долго, ну, это мое, как бы, мнение, да, там, что все-таки нужно где-то поднадавить. Хочет он этого, не хочет, чтобы в дальнейшем потом, когда дети вырастают, не было таких ситуаций. А почему ты на меня тогда не надавила? Там? Действительно, я согласна с вами. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал от родителей, что он имеет право на переживание всех этих чувств. Чтобы он знал, что это будет принято. Что это нормально, это на самом деле это очень важно. Это источник силы просто для ребенка. Я устал, я могу отдохнуть. Можно сейчас, вот я сейчас устал, не могу решать эти задачки. Но мы можем прямо сейчас сделать паузу небольшую. Я вижу, что ты устал. Мы можем пойти вместе выпить чая, потом ты вернешься дальше решать свои задачки. Но сама эта идея, что от этого можно уставать, что в этот момент тебе начинают говорить, нет, ты давай трудись, надо научиться преодолевать. Вот стадия старания – это не та стадия, где нужно говорить о каком-то надрыве, о готовности принять там, вызов и что-то такое проломить с собой. Да? Это, для этого у нас будет стадия преодоления, и мы сейчас поговорим, что там тогда делать. А на стадии старания очень важно, что есть вы рядом, теплый, заботливый взрослый, который как минимум может тебя понять. Может понять, и ему ты можешь сказать все, что у тебя накипело на душе, как тебе это дело надоело. И дальше в этот момент вы не будете решать, что с этим делать. Можно, в конце концов, пожаловаться, а принятие решений можно отложить на какое-то время. Я могу вам еще предложить один способ. У меня срабатывало с детьми, может быть, пригодится вам. Когда возникает вот эта история, что «а вот это дело я хочу бросить, ну, а давай музыкальную школу бросим». Мне кажется, что ну, почти у всех детей, кто ходит в музыкальную школу, где-то в районе третьего класса это случается. Ну, потому что первый класс им не приходит в голову, что можно уже это предложить. К третьему классу они просто взрослеют настолько, что они догадываются, что, кажется, можно соскочить. И вот что я делала в тот момент, когда очередная дочь говорила, может, бросим. Мы садились и писали список, чего вообще ребенок делает.
Плюсы и минусы. Нет, просто список. А чем ты вообще занимаешься? Что ты изучаешь? Что ты сейчас осваиваешь? Вот свои там 8-9 лет. Получался длинный список. Естественно, хитрость мамы в том, чтобы в этот список попали все школьные предметы и все, что не касается школы. И на роликах, как катаемся, и на горных лыжах, и на велосипеде, и вышиваем крестиком. Чем больше список, тем веселее. И в этом списке я предлагаю ребенку этот список, ну, сделать такой рейтинг, да? Не что полезно, а что не полезно, да, это взрослые заморочки, а детский рейтинг, что доставляет тебе больше удовольствия, что ты, да просто скажите, вот это топ, это лучшее, а вот чем дальше, и, ну, оставляйте напоследок то, что, и ребенок сам вам скажет, а это мне трудно, а вот это мне бывает скучно. Во-первых, пока вы делаете этот рейтинг, вы узнаете, что думает ребенок про все эти занятия. Если вы не предложите свою шкалу, да, не зададите свой критерий, то вы обнаружите, что ребенок очень интересные вещи может рассказать. Он может поставить высоко какое-то занятие, которое он прям формулирует. Бывает очень трудно, но мне так нравится. Бывают дела, которые... Это вообще меня не напрягает, вообще, ну как-то вот бывает скучновато. Это прекрасный разговор для родителей и ребенка, чтобы друг друга узнать получше. И ребенок вам подскажет, как в каждом из этих дел вы можете ему плечо подставлять. И обязательно, конечно, будет дело на последнем месте. И если эта ваша беседа происходит после того, как он предлагал бросить музыкальную школу, то, сами понимаете, что будет на последнем месте? Музыкальная школа. Музыкальная школа. И что, ее бросать? А дальше интересный разговор. Я спрашивала своих детей, что хороший список, хороший, симпатичный, столько всего интересного, столько разных эмоций это вызывает. Да, действительно, музыкальная школа попала на последний. Почему? Ну, там тяжело, каждый день надо, да, все время какие-то обязательства, не хватает времени, не успеваю что-то другое, то, что выше в списке стоит. Сходить поиграть на улице. И дальше я разговаривала о том, что мы, конечно, можем вычеркнуть. Ну, ведь правда в этом, мы же можем вычеркнуть, можем, бросить ведь можно на самом деле. И само это откровение, что вообще-то можно бросить, это тоже полезный, а это следующий шаг. Ведь полезный навык уметь останавливаться и не делать дело, которое не приносит ни удовлетворения, не добавляет никаких положительных, ну не то что эмоций, вообще ты не видишь смысла. Взрослый человек, когда он вырастет, хорошо бы, чтобы он умел останавливаться. Например, прекращал проект, который убыточный. И после того, как мы признаем, что вообще-то можно бросить, возникает следующая тема. Но ведь это открытие для ребенка. Когда я вычеркиваю последнее, последним становится предпоследнее. Дальше можно включить юмор, что мы можем же так вычеркнуть все и дойти до того, что нам нравится. Жалко же. Я вас уверяю, дети 8-9 лет легко ведутся на то, что им жалко вычеркивать. Потому что у него в плане было вычеркнуть одно. Если вы будете достаточно легки в этот момент и спонтанны, то вы легко приведете ребенка к пониманию, что вычеркивать вообще-то жалко. Потому что это его список, это его жизнь. Вы только что обсудили, насколько каждое это занятие ценно для вас, для него. Ему не хочется вычеркивать. И тогда возникает естественным образом возникает разговор. Как я могу тебе помочь? Чтобы мы сегодня не вычеркивали. Что бы я такого могла, как твоя мама, сделать, чтобы, ну, вот, не сейчас. И мне кажется, что дети, ну, если достаточно доверительные отношения, если вообще такой разговор, если, конечно, он не будет шокирован, батюшки, о чем говорим? Тогда, скорее всего, не найдется, что ответить, но все равно это большой бонус, да, значит, вы в следующий раз вернетесь к этому разговору. Дети не хотят вычеркивать, они начнут придумывать, как вас привлечь. А если ребенок говорит, допустим, то есть он не отрицает, что он устал, это у него, допустим, на последнем списке что-то стоит, и он говорит, что не то, что ему это надоело, в смысле, не то, что он устал от этого или что, он говорит, ну, просто надоело, вот не хочу, не хочет никак это обсуждать, как с ним, но ты считаешь как родитель, что это нужен, допустим, та же музыкальная школа, да, он говорит, мам, ну не хочу. Надоело мне. Вот раньше нравилось, а теперь нет. Угу. И вот как с ним обсудить, хотя он, допустим, уже там проходил два года. Почему, да, почему родителю кажется, что это нужно? Да, почему нужно? Вот это, как это
И нужно ли это вообще? Ну, на самом здесь деле? Несколько. Смотрите, здесь же несколько вопросов, да. Могут быть ситуации, и это я не дам вам ответ, да. Это только каждый родитель про своего ребенка знает. Может быть ситуация, что он не хочет, и за этим не хочет стоит действительно какое-то сильное сопротивление, что ему для него это мучительно, тяжело и действительно надо бросать даже музыкальную школу. Бывают ситуации, что, например, и музыкальная школа в этом смысле хороший вот такой пример, что ну, давай не будем в ноябре это делать. Ну, во всяком случае, у меня сработало с дочкой, когда она училась играть на фортепиано, младшая дочь, сама записалась в первом классе, ничего не предвещало для меня того, что она пойдет, запишется в музыкальную школу, она сама записалась, ну, благо, это было у них в одном здании. Но в начале третьего класса она сказала, я вот подумала, еще там танцы интересные, я тоже записалась, я вот думаю, что музыка теперь достаточно мне, я бросаю, буду танцами заниматься. И с моей стороны был очень простой вопрос. А, подожди, ну сейчас ноябрь, а что сейчас? Ну, понимаешь, как-то, а учитель, у тебя такой чудесный преподаватель, он же как-то вышел на работу в сентябре, учебный год. Ну, это же как в школе, у вас же учебный год. И я с искренним таким недоумением, что прям все так серьезно? Сейчас надо бросать? А что мы ему скажем? А как-то, ну, ой, так как-то не делается. Неудобно. Ну да, ну, и я признала, что вот этот порыв может быть. Но давай теперь взвесим, как это будет выглядеть. И действительно ли так важно бросить сейчас? В чем причина? Потому что, ну, вообще-то люди, принято у нас, среди людей, ну, бросать в мае, когда закончится учебный год. На что дочь сказала, а, да вообще не вопрос. Конечно, да, учимся до мая, там решим. Да, в мае мы вернулись к этому разговору. И часто бывает такое, что ребенок вообще ничего не имел в виду такого серьезного. Но у нас в голове такой план, что мы сразу пугаемся, нам кажется, что самое страшное произошло. Он никогда не будет доводить дело до конца. Да нет, он просто проверяет, что можно, что нельзя. Кого он еще выяснит, как не у нас? Поэтому они к нам приходят, к счастью, к нам приходят с этими вопросами. Давайте, мне бы хотелось, чтобы мы еще с вами вот в связи с этим старанием, да, и в связи с отказом от каких-то дел на этой стадии, когда, потому что чаще всего именно на этой стадии бросают секции, кружки, перестают чем-то заниматься. Какие у вас есть примеры, может быть, прям вот постарайтесь вспомнить свой личный пример, когда вас родитель смог остановить от того, чтобы отказаться от какого-нибудь дела. Может быть, это был, я не знаю, брат, сестра, друг семьи, или родитель, или друзья. Что дало вам вот этой силы, ну, вот сейчас не бросить? В момент вот такой вот усталости, или когда вам показалось, может, это не мое, столько всего интересного, а я тут вот с этим сижу? Это вот у меня был случай такой с сестрой старшей. Она очень хорошо владеет не одним языком, да, и учила меня, как правильно произносить. Нужно учить английский, он тебе в жизни пригодится. И мне все время казалось, зачем он мне? Я не собираюсь там общаться с иностранцем, мне это не нужно. Зачем? Что он от меня хочет? И вот я просто это сделала, там, доучила там, до определенного там, класса, да, там, начальные когда были. И вот это вот ее «the», она меня настолько вывела, но я до сих пор говорю с этим акцентом, в котором она учила. Вот я это сделала, лишь бы от меня отстали. Вот просто отстаньте от меня, я это сделала. Вот у меня был такой случай в жизни, когда хорошо я это сделала, только больше потом ко мне не подходите с этим вопросом, называется. У меня вот с музыкалкой вышла забавная история. Я в начале четвертого, если не ошибаюсь, класса, там семилетняя музыкальная школа, сказала, что все, я не хочу. А вот первый аргумент был как раз-таки, нет, все, конечно, прекрасно, но на минуточку декабрь. Ну ладно, декабрь так декабрь. А на следующий год мне было сказано, что так, ну давай, ты вообще зачем туда шла? Я хотела играть вот это произведение. Ну давай мы его дожмем, но все равно уже пятый класс. А в музыкалке сама система была, что можно было в пятом бросить. И вот веселье было в том, что мне сказали, ну тупо бросать уже перед последним годом-то, ну серьезно, ну не хочешь? Ну хотя бы пятый класс уже закончи с чистой совестью, скажи всем аривидерчи на легальном уровне и уйдем. А мама юрист, и поэтому я с детства прикалывалась про легальный уровень, вот это все. И тут конец пятого класса, и мама такая, ну все, ну Оль, нормально, заканчиваем, ты так хотела. Я на нее посмотрела, да, да. В общем, я до августа свято верила в то, что я ее бросаю.
В сентябре я пришла к маме и сказала: нет, я не поняла, мне всего 2 года осталось закончить. Я все еще не играла Бетховена. Мама такая: так, минуточку, ребенок, ты вот как бы ты бросала в мае, там, 3 месяца назад. Я сказала: нет, надо закончить все. Ну вот как-то перемкнуло меня именно, когда оказалось, что вот совсем можно и совсем вот уже бросай спокойно, ты уже выпустилась. Я сказала: нет. Что это? Я готов я дальше. Да, я хочу дальше. И вот это был какой-то... Да, Бетховен это я не научилась, а Шопена... Как ребенок Шопен? Может повзрослеть за какие-то там летние месяцы, например, да? Ребенок может отдохнуть, у него может поменяться настроение, он может познакомиться с кем-то, кто что-то такое скажет на бегу, а это западет в душу и подтолкнет его продолжить. И в этом смысле родителю имеет, ну, стоит рассчитывать, что мир вокруг помогает. Поэтому мы со своей стороны делаем свою работу, а кто надо, еще позаботиться о том, чтобы все сложилось наилучшим образом. Вспомните школьные уроки. Вот каждый день же надо делать уроки. Как поддержать ребенка, чтобы он их делал каждый день? Не пилить? У меня была простая фраза мамы: все дети как дети, а ты вот как выродок. Давай садись и учись. Вот только так говорила. Поэтому я хотела быть вот дети как дети, вот чтобы я была как все дети. Вот так. Ну, это трудно как это транслировать как рекомендацию родителям. Ну, это не рекомендация, но вот такое воспитание. Я понимала, что я должна тянуться через «не хочу», потому что, говорит, вот посмотри, все это делают, а ты не хочешь. Ну, как ты это не понимаешь? И я садилась, брала и вот пыталась понять. Так. Ну, идея быть как все, она срабатывает только в самых первых классах начальной школы, когда дети действительно просто в силу возраста, им важно быть как все. Там 6-летние, 7-летние, 8-летние дети, им важно. Важно. Я качественный, да. Я должен чувствовать, что я сам качественный. Что я не отстаю от всех, я не белая ворона. Вот такое у меня было воспитание. А потом в подростковом возрасте все наоборот. А я не хочу быть как все, я не хочу идти учиться туда, куда идут все. Высшее образование, вот первое образование у меня было не высшее, колледж искусства. Я не хочу как все, мне там неинтересно. Я хочу в сферу искусства, то есть я хочу быть парикмахером, художником-модельером. Это не престижно, говорит мама. Я говорю: ну вот я хочу, мне это нравится, мне нравится красота. Вот. А уже потом я поняла, что, конечно, нужно высшее образование, но это уже спустя, наверное, лет 5-6. Ну, возможно, что если бы родители, например, вовремя перестроились и... То, что срабатывало в начальных классах школы. Даже в 3-4 уже не очень работает идея, что давай как все, и ты не такой, как все. Там в какой-то момент можно навредить ребенку, его самомнение навредить, да, что не поддержать, чтобы у него не развился комплекс, что он действительно там чему-то не соответствует. Поэтому вот я бы скорее предложила быть аккуратнее вот в таких высказываниях. В сравнении вообще не очень рекомендую сравнивать детей с другими детьми. Важно научиться сравнить его с ним самим, причем именно в положительном ключе. Смотри, сегодня ты пишешь это быстрее, смотри, сегодня ты прочитал больше, сегодня ты прыгаешь дальше. Да? Важно, ребенку важно видеть свой прогресс. И на стадии старания родительская функция показывать, что этот прогресс есть, даже если еще до результата очень далеко. Вот это то, на что я хочу обратить ваше внимание. И ребенок сам не может, далеко не всегда может увидеть этот свой прогресс. Особенно дети вот в начальной школе, они могут это узнать только от нас. Никто больше им не скажет. Ну, хороший педагог скажет, показывает это, да? Родительская прям обязанность говорить, рассказывать ребенку: ты не умел кататься на велосипеде, научился. Ты не умел вышивать крестиком, научился. Ты не умел читать, научился. Значит, ты умеешь учиться, и это тоже освоишь. И показывать, как тот недосягаемый результат на самом деле становится все ближе. Что вы это видите, даже если ребенок сам еще это не чувствует. А если будет ли это правильным, если его мотивировать тем, что рассказывать на каких-то своих достижениях, говорить, что вот я, когда хотел там стать врачом или там музыкантом, мне тоже было тяжело, я вот делал так-то, то-то. То есть будет ли это правильным на собственном примере приводить ребенку
То есть давать ему понять, что не нужно останавливаться, что всем вот как бы из той серии, что всем тяжело, как бы, то есть будет ли это правильным на фоне себя? Это важно, какой внутренний посыл вы это сообщаете ему, чтобы какой главный тезис в этом сообщении, что всем бывает трудно, вопрос, и мы умеем с этим справляться, или что вот смотри, какой я классный, я-то справился. Нет, вот да, именно да, с той да. точки зрения, что всем бывает трудно, но угу. не нужно останавливаться на достигнутом. То есть вот, ну, это, или, наверное, это более схоже, как вот смотри, твой там кумир добился чего-то, но на фоне родителей это вообще актуально или нет? Ну, важно, как это зависит от той, какая предыстория общения ребенка с родителем и как родитель о себе рассказывает, потому что, ну, мы все понимаем, можно сказать, вот я учился без троек. И можно это так сказать, что ребенку это никакая не поддержка, а наоборот удар в поддых. И что мне теперь с этим делать? Вот ты учился без троек, там папа был отличник. Ну и что мне теперь? Дети отвечают сейчас. Сейчас другое время. Вот да. и все. Сейчас все по-другому. У нас другие интересы. У нас компьютеры, а не коньки, не музыкальная школа. Дети просто уже очень умные. Подросток отвечает, а ребенок в начальной школе даже сейчас может быть не в состоянии это ответить. Это зависит от того, насколько... Какие отношения у родителей? Не все дети могут в этом месте, ну, сохранить себя. Все-таки значимость родителей очень высока, и влияние родителей очень сильное. И поэтому влияние надо быть бережными. Мне кажется, тоже оказывает сейчас огромное влияние. У подростков безусловно. Почему я должен ходить в музыкальную школу, когда Петя вот ходит там на хоккей или занимается какими-то компьютерными играми, вот ему мама разрешает, а я должен учиться и там пиликать на этой скрипке? Ну, обычно, если ребенок доучился класса до 6 на скрипке, он уже вот так не разговаривает с родителями, да? Он уже бы в 4 классе все это дело бросил. Поэтому это разговор скорее показать. Такой разговор, если случается, он говорит о том, что, в общем, надо заниматься восстановлением отношений, да? То есть это разговор с подростком, который отвоевывает свою территорию свободы. Это значит, он чувствует, что его как-то ущемляют, его не слышат. Родителя. Ему хочется доказать, что он имеет право на свое мнение. Ну, а если родитель видит, что он совершает ошибку, что ему стоит доучиться, вот как нужно надавить и не потерять вот эту грань с ребенком? На подростка никак. Никак? То есть поддаться нужно? На подростка давить, это как бы, это точно получить обратный эффект. Ну, как, вы можете заставить его доделать, но вы испортите с ним отношения. На весах будет всегда... любое давление на подростка, на другой чаше ваши отношения. И вы всегда должны, хотите давить, давите. Но знайте, что в этот момент вы разрушаете доверительные отношения. Цена вопроса. Да? Проявить, еще смотрите, давайте договоримся о терминах. Можно давить, можно, это же, что мы имеем в виду? Можно давить, можно проявлять твердость. Это разные вещи, да, то есть как идет разговор. С подростком можно договариваться, подросткам можно рассказывать о своих представлениях, делиться своим представлением о том, что хорошо, что плохо, помнить при этом, что вы делитесь этим своим представлением уже много лет, и либо есть эффект, либо его нет. Если вы об одном и том же подростку говорите несколько лет подряд, а до него все не доходит, то я предлагаю задуматься, может, я что-то не то говорю или не так это делаю. Может быть, мой пример будет как-то тоже полезен. Кумиры – это хорошо, показывать людей, которые добились тоже. Но мне кажется, у родителей не всегда хватает слов и описания, хорошего описания для ребенка, убедительного, чтобы показать, что ты должен сходить сегодня, чтобы у тебя... То есть каждый раз ему приходится придумывать, какую цель ребенок должен достигнуть при похождении вот на эти уроки, на которые он, возможно, не хочет. Но если, например, у ребенка все-таки есть желание, тут важно тоже понимать, какое у него «хочу», вот как вы говорили, то есть оно слабое, и с чем оно связано, потому что вот в моем случае и в детстве, несмотря на то, что у меня было много вот конкурсов, это очень конкурентная была среда танцев, и нужно было добиваться постоянно первые места, но все стремились к этому. То есть у меня вот мама, родители, они говорили, ну ты выйди, как выступишь. И вот в основном такие выходы, как выступишь, они снимали ответственность, они давали спокойствие.
И, как правило, выходила намного лучше, то есть всегда занимала первые места. И вот, казалось бы, мне уже было много лет, я заканчивала 5-й курс, писала диплом. И оставалось полгода. И я там совсем не ожидала, что мне потребуются эти снова слова, потому что мне хотелось все бросить, я думала, зачем мне это нужно, все, полгода, и было сложно писать его, и мама тоже сказала, ну ты попробуй, ну как бы ты приди, сдай, напиши, если не поставят, ну все, ты как бы, ну не засчитали и все, ну просто уходи из университета. Я думаю, ну да, действительно, уже такое, столько времени прошло, уже 4,5 года отучилась, и я пришла, сдала, ну естественно, все было в порядке, поэтому вот иногда стоит с ребенка снимать ответственность и какие-то ожидания. То есть он идет на конкурс, он хочет занять первое место, и он волнуется. И, конечно, ему нужно вот как-то так его расслабить. Mm-hmm. Может быть, поэтому у него есть это «не хочу», что он не хочет идти. Вот. Спасибо. Можно сейчас мы вот продолжим эту тему, потому что мы плавно перешли вот к этой стадии преодоления. И вы очень точно подметили именно вот родительскую эту функцию уметь отпустить результат. Тот самый, ради которого все. Да? Но именно родитель должен уметь этот результат в каком-то смысле игнорировать. И когда ребенок трудится, прикладывает усилия и даже подходит в каких-то делах вот к этому этапу преодоления, это может быть экзамен. Это по-разному может выглядеть. Это не обязательно для окружающих может выглядеть как что-то очень трудное. У каждого ребенка какое-то свое преодоление. Для кого-то это, не знаю, там, цифру 2 красиво написать, и это будет преодоление. Все остальные цифры уже давно поддались, а эта двойка никак не получается такой, как надо. Да? И для ребенка только родитель заметит, что это для него преодоление. И вот в этот момент суметь отпустить результат, быть готовым к любому, отпустить свои ожидания в первую очередь, да? Это будет поддержка ребенку, это придаст ему силы на вот этот последний, может быть, рывок решающий. И главное, это страхует его от разочарований колоссальных потом. Что его никто не осудит. Да, очень важно, чтобы родные люди, близкие люди не оценивали тебя по результату. И мы с вами подошли к очень важному вот моменту, что с одной стороны мы, конечно, заинтересованы в результате, потому что мы все равно успех у нас связан с результатом. С другой стороны, родитель, функция родителя не предполагает оценку. Для этого есть учителя, наставники, коучи. Родительская роль в том, чтобы уметь освободиться от оценки. И ребенок должен получать эту трансляцию от нас, что мы его любим любым. Выиграл он первое место или не выиграл он первое место, сдал он экзамен, на 5 он его сдал или на 3 он его сдал. В конце концов, закончил он школу с аттестатом отличника или он закончил школу со справкой. По большому счету, вот родитель в чистом виде, функция родительская, ей это не важно. Мы идем рядом с нашими детьми до того момента, когда они смогут обходиться без нас и выйдут во взрослую жизнь, и будут все уметь, что нужно им в их жизни. Вот в этой функции там оценка на выходе, вот этот измеритель результатов не очень важен. Но родителю часто бывает трудно отсоединиться, да, отпустить этот результат, потому что, ну, конечно, это же и наша гордость, и какое-то наше самоощущение, и все мы живые люди, нам всем хочется сказать, всем, а мой-то, мой-то. Соседям, знакомым сказать, вот, а моя дочь закончила с красным дипломом. У меня как раз-таки другая ситуация, наоборот, на меня поднажали. Мне кажется, если бы в тот момент отпустила мама ситуацию, я бы расслабилась. И мне кажется, вот именно тот момент был очень правильный. А вот как понять, где тот момент, понять ребенка, то есть стоит ли его поддержать в этот момент, да, то есть понять, что он устал, но ему это необходимо, или понять, что это ему не нужно. Вот как, так сказать, именно уловить ту волну, это как бы тоже не сразу можно понять, то есть то ли ему это неинтересно, то ли он действительно устал, и ему нужна твоя вот именно поддержка, не показатель там результатов, а вот смотри, ты сможешь, а именно просто элементарная поддержка. А мне кажется, я отвечу на твой вопрос. На протяжении этапа смотреть вовлеченность ребенка вот именно в это дело. Если он все время относится к этому, ну, схожу на музыку, там, ну, не схожу, а если вот есть какие-то такие пики, где он растет, где это нравится, где он приходит и говорит, мама, посмотри, у меня получилось, мама, посмотри, я вот это сделал, и глаза горят, вот тогда, когда он расслабляется, мне кажется, нужно надавить.
Я так считаю. А я думаю, что это видно по уровню ответственности ребенка, и все равно ребенок будет говорить, что он волнуется, что он, наверное, как-то переживает, а какое место он там займет. Вот именно в тот момент, возможно, его надо подрасслабить как раз-таки. Хотела выучиться, да, на выучить эту мелодию, играть Шопена, но потом что-то ей надоело, и потом ее вот опять переключило. То есть вот этот момент, когда она хочет, но как дать понять, что она, как бы это то, что ей нужно, то, что она хочет сама. И вот есть же такие моменты, когда, может, ты не нужна. Да, ну вот у меня было скорее про, я очень согласна, мне очень откликается про подрасслабить, потому что даже тогда, не хочешь, ну не вопрос, просто на середине пути это бросать тупо. Я помню еще перед госэкзаменами, вот как-то очень свежее, да. Я помню мамины слова, которые мне сказали, ребенок, ну ты уже доучилась, но твоя задача сейчас просто, чтобы это закончилось. Неважно как. Тебе надо это закончить. Может, остался конечно. Месяц, все, да, расслабься. Ты уже доучилась, ты уже до этого дошла. Всем, вот честно, будет красный диплом, мы будем очень рады. Не будет, всем плевать, серьезно. Ты прекрасна и удивительна, просто уже сдай это, как-нибудь. Вот, и я помню, меня тогда поразила такая фраза, я ее именно тогда услышала в первый раз, что... Твоя счастливая жизнь нам гораздо важнее, чем этот красный диплом, эти твои бессонные ночи, эти твои вот эти вот всякие штуки. Вот главное, вот ты удовольствие получай и расслабься уже, это важнее. И вот тогда меня отпустило очень хорошо. Вот прям очень. А мне папа говорил, ну, Алла, ну успокойся, говорит, что ты переживаешь? Мама говорит, нет, надо собраться. Папа говорит, ну два так два, говорит, ничего страшного. Я думала, как два я получу? И то есть у меня был такой контраст, поэтому у меня был стимул как бы и расслабиться, да, и стимул и собраться, какое два, я же вроде бы отличница. Ну, то есть вот контраст родителей давал мне возможность, наверное, двигаться. У меня вот как удобно, какая прелесть в том, что родители разные. С двойкой у меня тоже была история. Это был второй класс, по-моему, когда вот я первый раз вообще, я очень хорошо запомнила свою первую двойку. У меня папа был отличником, и все, конечно, об этом знали, гордились, говорили. Бабушка, в первую очередь, по папиной вот линии, да, что вот мой сын, ты будешь тоже умненько. Вот. И я, конечно, очень волновалась. И, естественно, когда-то я должна была первую двойку получить. Я помню, всю дорогу от школы я плакала. Когда я пришла, я плакала, и когда папа пришел вечером с работы, я, собственно, это продолжала плакать. И когда он пришел, я к нему подошла, вся в слезах, уже вся опухшая, говорю, папа, ты знаешь, я получила двойку, и еще больше начала плакать. Он говорит, да, проблема. Ну, у тебя есть задача, завтра ты должна получить еще одну двойку. То есть говорит, вот так вот. Так двойки и набиваются. То есть он говорит, ничего страшного, конечно, в этом нет, это естественно. Конечно, очень важно, чтобы родитель мог вот эти оценки, только родитель, школа не может, школа насаждает идею, что оценка определяет тебя. Это просто система, неважно, повезло со школой, не повезло со школой. Очень важно, чтобы родитель умел отделить своего ребенка от этих цифр в дневнике, чтобы кто-то должен транслировать. Двойка, тройка – это был какой-то страх. Ну, вот в детстве это был ужас просто. Я помню, как мама ходила на собрания, и на собраниях это как-то, ну, обсуждалось, что для детей 3 – это прям страх, 2 – это все, идешь домой, ты боишься. Почему? Родители вроде бы тебя не бьют, сильно не ругают, но почему-то в классе вот это ты, значит, какой-то, если ты двойки, тройки получаешь, ты какой-то изгой, тебя не подтягивают, с тобой не хотят сидеть вместе, там, то есть вот почему-то так раньше было. Ну, потому что оценка склеивается у маленьких детей, а это формируется в начальной школе, она склеивается с их восприятием себя. И вот эта идея «я троечник», да, она, ну, они очень этому поддаются легко, и тяжело это воспринимают. Они не умеют, как взрослые люди, отделить, что тройка, это просто символ, просто значок, могли восьмерку написать. Может быть, когда-нибудь у нас будет школа, где дети будут договариваться. Сегодня у нас самые лучшие ответы будут оцениваться числом 14, а самые плохие числом 57. Да, они будут в начале урока договариваться, а на следующий день договариваться по-другому. И будут свободны от вот этой оценки, выраженной в циферках. Но это, так сказать, мечта. Если говорить про родителей, то, конечно, очень важно тренироваться, не оценивать ребенка. Вы не можете совсем их не оценивать. Мы оцениваем ситуацию, мы не можем совсем обойтись без оценки, но отделять и транслировать ребенку, что мы любим его таким, какой он есть, и результат по большому счету не важен,
это не значит игнорировать результат, это не значит не гордиться ребенком, это не значит не праздновать. Это значит, что любой результат, это все равно для нас, у нас все равно будет повод для празднования. Потому что ты шел, ты совершал этот путь, ты действия эти делал. И я, как твой родитель, горжусь тем, что ты был в пути, а не то, куда ты пришел. Вот это, наверное, такой образ для родителя, как можно ребенка поддержать на этом сложном пути. В завершении хочу еще раз вот на это обратить ваше внимание вот на что. Что вот это взаимодействие с ребенком по поводу его обучения чему-то, это такой сложный процесс, где много-много мелких взаимодействий. Никогда вы не попадете в ситуацию, что вы не общались, не общались, а потом бац, вот сейчас надо принять решение, бросать ему секцию или не бросать. Важно, чтобы у вас присутствовал в опыте общения с ребенком разговор. И в тот момент, когда он в печали грустит, не хочет, и вы готовы с ним сесть и поговорить, да, ты устал, да, так бывает, да, я тебя понимаю, не хочется, да, ты огорчен, у тебя не получилось, там, эти соревнования прошли неудачно, или эта тренировка прошла неудачно, или контрольную по химии написал плохо, хотя готовился, трудился, и я видела, что ты вкладываешься. Это разговоры в ситуации, когда ему тяжело, и тут мы поддержка, мы говорим, что да, так бывает, и мы не пытаемся в этот момент агитировать и говорить, нет, все равно надо пахать. Да? Это, ну вот, это немножко не то. Мы занимаемся в этот момент контейнированием. Мы говорим, мы теплый, заботливый взрослый, который тебя пригреет. Но обязательно должны быть разговоры в момент удач. Вот вы приводили примеры, когда есть чем гордиться, когда ребенку горят глаза, когда у него что-то получилось. Если у вас есть эти встречи, эти обсуждения, у ребенка есть память об этом, вот этот опыт, что родитель рад. И пусть это не конкурс, и пусть никто другой не заметил, только мама заметила. Только ты пришел и дома сказал, а сегодня вот это получилось. И родитель говорит, ну классно, ну здорово же. Тогда у вас, и опять же, если вы не добавите в этот момент, ну вот, надо работать. Больше стараться. Да, надо больше стараться, больше будет таких моментов. Это убить этот разговор просто сразу. Просто собирайте копилочку. Чтобы потом, когда ему будет тяжело, вы ему сказали, а помнишь, мы на прошлой неделе с тобой обсуждали пьесу Баха? Ну, круто ж было. И чего? Ты сейчас бросишь музыкальную школу, и о чем нам будет поговорить? И немножко с юмором. И тогда у ребенка будет тоже вот эти две чаши весов. Ему будет, он в моменты печали будет вспоминать, благодаря вам, что, подождите, бывают же и хорошие моменты. Не все так плохо. Сейчас полоса погрустить. А потом будет полоса порадоваться. Да? И если у вас есть и те, и другие примеры, тогда вы, я вас уверяю, вы почувствуете, бросать или не бросать. Действительно ли ребенку там тяжело, он мучается? Может же быть такое, что родителю кажется, это ему очень надо. И он отдает ребенку, ну, не знаю, спортивную секцию, а ребенку по темпераменту это не подходит. По характеру его. Или, может быть, с педагогом какая-то проблема. Может такой быть, тоже да. Есть, да, вариант. Может быть, иногда надо сменить педагога, чтобы это было комфортно, чтобы это было на пользу. А, слава богу, сейчас есть такая возможность. Да, поэтому давайте будем внимательны к своим реакциям, да, будем слышать себя, свои ожидания отслеживать. И ничего плохого в том, что родитель стремится к какому-то детскому результату. Да? Мы хотим, чтобы ребенок вот это освоил. Но это здорово и прекрасно, если мы умеем в нужный момент отложить в сторону это наше ожидание и быть вот тем самым заботливым взрослым, которому все равно какой результат. Результат подтянется. Он в качестве бонуса вдруг окажется, что все это есть в копилке у ребенка. Но по дороге вы будете получать удовлетворение от своего родительства, ребенок будет вашу теплоту чувствовать непосредственно и будет чувствовать, что всегда есть кому обратиться и кто его поддерживает. И это наполняет родительство, потому что мне всегда обидно, когда родители считают, что какая цель родительства? Вырастить настоящего гражданина, или, там, успешного бизнесмена, или, ребята, они через 18 лет вырастут и уйдут. В хорошем смысле мы будем дружить домами, все замечательно, может быть, даже будем ездить в отпуск. Но 18 лет надо с кайфом провести. И я вам предлагаю вот использовать все ваши взаимодействия с детьми, и в том числе их обучение чему-то, и даже те моменты, когда им трудно, использовать их для того, чтобы ощущать кайф от родительства и свою нужность,
и в их глазах видеть, что у них что-то получается, и это воспринимать как свой родительский успех, а не ждать, когда они там сдадут ЕГЭ. Бог знает когда, и поступит в нужный институт. Спасибо большое, что сегодня были с нами, дорогие участники. Спасибо зрителям, что вы смотрели нашу программу. Успехов вам в взаимодействии с вашими детьми. Это был интересный опыт, как минимум потому, что были какие-то практические задания. Это было достаточно интересно, позволило как-то подумать над тем, как сам взаимодействуешь с детьми, как с тобой взаимодействовали, как-то логически это проанализировать. Очень понравилась структура, периодизация различных вот этапов. Это было очень интересно, как-то структурировало вообще взгляд на всю эту историю. Все очень понравилось, здорово и познавательно. Честно говоря, я не сторонница, не любительница ходить к психологам или разговаривать, или смотреть, что касается воспитания детей. Я считала, что я все сама знаю, все умею, но здесь просто для меня открытие, честно сказать. И мне хотелось бы, чтобы таких программ в социальной сети, на Ютубе, даже в Инстаграм было больше, чтобы мы получали совет не от соседки, которая живет в соседней квартире, а от специалиста, квалифицированного специалиста. Современные родители очень склонны к гиперопеке. И мне кажется важным обсудить с ними такую тему, как баланс между контролем и доверием. Увидеть, что контроль как единственный инструмент малоэффективен, но надо научиться, чем его можно заменить, как обогатить свой родительский арсенал.